Всем большой привет! Сейчас пришла из магазина Fix Price и решила снять видео побыстрее, чтобы потом ничего не забыть. Итак, в основном эти были покупки у меня сегодня для рукоделия, все для творчества. Итак, значит, вот такой вот пистолетик купила. Кстати, обязательно я сниму обзоры на клей, на все-все-все, что купила сегодня. Пистолет клеевой. Как раз мне нужен для рукоделия. Буду делать, кстати, резиночки, но это я тоже все покажу в следующих видео. Вот, значит, вот такой вот пистолетик, как раз мне очень нужен был. Вот. А в этот пистолет как раз я купила еще набор клеевых стержней. Вот они. Тоже обзор сниму. И купила еще, так как очень часто бывает нужен клей, вот такой вот набор клеев. Да, и дочке я купила своей вот такую вот книжечку «Давай сравним» называется. Мне понравилась она. Здесь все доступным и понятным языком, нормальные стежки, красивые картинки, добрые, нарисованные хорошо. В принципе, мне тут все понравилось. Высокий, низкий, большой, маленький, там горячий, холодный, внутри, снаружи, справа, слева, вверху, внизу. Такая развивающая книжка, мне кажется, будет очень полезна для маленьких детишек. Да, и вот эти все покупки стоили по 39 рублей. Наконец-то я попала в Фикспрайсе на такую акцию, где бижутерия вся стоила по 10 рублей. Но, к сожалению, там уже ничего почти не осталось. Из остатков пришлось выбрать то, что было. Мне это пригодится для творчества. Как раз я отсюда мне понадобятся вот такие красивые бусинки. Они, кстати, здесь очень хорошо так переливаются. Мне они очень, в принципе, понравились. Вот, и отсюда тоже возьму несколько штучек. Вот такие сережечки еще. Бусинки, да, мне очень нужны. В специализированных магазинах, к сожалению, бусинки стоят намного дороже. Ну, кстати, может быть, я и одела бы эти сережки один-два раза, но я не могу носить, у меня на бижутерию еще жуткая аллергия. Да, и уже не в магазине Fix Price я купила вот такие атласные ленты разного цвета. Купила я также стразики, бусинки половинчатые. А что получится из этих ленточек, смотрите в моих следующих видео. Кстати, хотела сказать, что я протестировала уже этот пистолет и эти стержни. Мне все очень понравилось, хорошо клеит. И, в принципе, могу советовать эту вещь. Да, кстати, забыла показать еще вот такие вот салфетки влажные. Покупала для окон и зеркал. Мне они не понравились, так как они оставляют разводы. Даже если вы очищаете там зеркало или стекло чистое уже, то все равно остаются белые разводы. Так что больше такие я салфетки покупать точно не буду. Их тут 40 штук. Но они мне не понравились. Ну а на этом все. Все покупки показала. Всем желаю удачи. Всем пока.